Финишная прямая – ремонт улицы Станкостроителей. До конца года все работы будут завершены. Сейчас ремонтируют последний участок от пересечения с 13-й Березняковской до кругового движения на Суздальской. Основное полотно дороги завершено на 95%. В настоящий момент активно ведется устройство тротуаров, перильного ограждения. Также у нас смонтировано наружное освещение примерно также на 95%. На участке от 13-й Березняковской до 3-й Нарвской улицы работа кипит. Проезжая часть готова. На очереди тротуары, карманы для пассажирского транспорта и съезды к жилым домам. Установили дополнительную водоразборную колонку для жителей частного сектора. Когда изначально мы начинали эту дорогу ремонтировать, жители улиц Нарвских высказывали недовольство, что водоразборная сеть и колонки, установленные на ней, находятся на одной стороне дороги, они проживают на другой стороне дороги. Эти мнения были учтены. Колонка дополнительно была поставлена на другой стороне дороги. Теперь жители могут ей пользоваться, не переходя дорогу. Осталось построить последние 60 метров дороги до кольца Суздальской. Но именно на этом заключительном этапе подрядчик столкнулся с серьезными проблемами. В процессе производства работ нашли коммуникации, которые не учтены проектом. Были попытки пересогласовать переустройство этих коммуникаций для того, чтобы эти работы произвести с минимальным вредом для владельцев коммуникаций. И поэтому произошли отдельные затяжки. Из-за электросетей, не указанных в изначальном проекте, срок сдачи объекта может сдвинуться на неделю, а то и на месяц. Но подрядчик работает над решением проблемы. На выходные планируем переключение двух кабелей, которым проектом не были предусмотрены вынос, потому что они попали в дорогу, и тяжело будет оставить какие-то предприятия без электричества. В перспективе. Если выходные кабели сможем переключить, то у нас там уже ничего не держит. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.